Как лучше всего поддержать человека, когда у него случилась трагедия? Я так понимаю, что это когда кто-то близкий умер, или вот что-то произошло такое крупное, там утрата, там, я не знаю, денег. Но чаще всего спрашивают тогда, когда потеряли родных. Этого человека нужно просто поддержать. И никакие слова его не утешат, не спасут, и никто не вернется от этого. Поэтому просто поддержка, дай человеку поддержку, просто хотя бы эмоционально, морально, энергетически, обними его, поддержи, напитай его энергией, то есть по-другому никак. Каждому человеку нужно время для того, чтобы отпустить своих родных. Поэтому дай ему возможность это сделать, не останавливай его плач, не останавливай его слезы. Не нужно таких людей успокаивать, им нужна твоя поддержка, больше ничего. Вот и все.